Все собравшиеся на праздник – надежда губернии. Именно так теперь называется областная спортивная школа. По этому случаю на лед вышли даже те, кому коньки по виду спорта не положены. Яхтсмены, велосипедисты, лыжники, даже гребцы. В областной спортивной школе представлено 24 вида спорта. Занимается около 5000 юных саратовцев. Павел Зимин – выпускник. Сегодня ему вручили свидетельство об окончании. Но это, уверен спортсмен, лишь документ. Из спорта он не уйдет никогда. Тот, кто занимается спортом серьезно, он и общается в кругах спортивных, и от всех других спорт. Ну, в принципе, здесь все друзья собрались. Все друг друга, ну, через кого-то, но знают. Одна маленькая такая семья, ну большая, наоборот, семья получается. После парада спортсменов и награждения самая зрелищная часть шоу – выступления фигуристов. Сначала традиционные снежинки и новогодние игрушки. Затем на льду появляется символ будущего года – еще совсем маленький дракон. Посмотреть на ледовое шоу пришли сотни саратовцев. Организаторы уверяют, первый опыт не окажется единственным. В будущем году всех собравшихся ждет еще более яркое представление. Марина Рыжкова, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.